еще одна это анкетка женщины, которая даже не указывает свой возраст. Ну, так, средних лет, судя по фотографии, пишет цель о себе. Цель знакомства – найти человека, близкого человека. Форма брака. Штамп не обязателен. В вашем жилье и доходе не нуждаюсь. Обеспеченная женщина. Работаю. Люблю жизнь, мирную жизнь. Читать, гулять на свежем воздухе. Рыбалку, собирать грибы, стрелять, рисовать, выращивать комнатные цветы. Свою работу, остальное расскажу при общении. Кого хочет найти? Вы, славянской национальности, желательно. Возраст 35-56. Ого, разбег. Рост 180-195 плюс. Высокий. Ну, видимо, женщина тоже, наверное, высокая. Работаете, не пьющий или разумно пьющий, не курящий, без татушек, даже не курящий, без татушек. Возможно, есть дети, проживающие с вами. Остальное расскажу при общении. Ну, то, что женщина согласна на детей, это очень хорошо. Я думаю, что у нее есть шанс найти хорошего мужчину, потому что очень много хороших мужчин именно с детьми проживают. И такие даже обеспеченные, то есть, ну, хорошие во всех планах. Я, конечно, не знаю там в жизни, как они, но на сайте знакомств очень много таких, которые не могут себе найти женщину именно из-за того, что проживают с ними дети. Я так думаю, что у этой женщины много шансов найти своего спутника. Ну, естественно, если она, конечно же, будет хорошей матерью этому ребенку. Ну, не матерью, мачехой, наверное, скорее всего. Не люблю, конечно, это слово. Но... И я так думаю, что если ее характер не зашквар, так скажем, если она добрая, мягкая, то есть сердечная женщина, тогда она найдет себе без проблем своего спутника жизни. Ну, по крайней мере, я желаю ей этого и желаю мужчине с ребенком найти женщину хорошую. Потому что ребенку тоже нужна мать. Ну, не мать, а женщина, которая будет воспитывать этого ребенка, помогать воспитывать. Так сказать, женское воспитание тоже нужно. Вот. Вот такая вот анкетка. Пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Подписывайтесь на канал. Буду рассказывать много интересного. Всем до встречи на моих видео. Всем пока!